Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2011 года в черном цвете, бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, мощностью 167 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Имеется камера заднего вида, парктроники, литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах. Пробег 251 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон. Ткань не прокуренный. Подогрев передних сидений, кондиционер, двузонный климат-контроль, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, корректор фар, омыватель фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника,